Это Ленор Горалик и подкаст «Читка» проекта «Идеи без границ» культурного центра Бейт Авихай. В этом подкасте я читаю микрорассказы Алекса Эпштейна, израильского мастера короткой прозы. Сегодня мы читаем микрорассказ «Человек, впустивший дождь». Жил-был человек, у которого была воображаемая девушка. Он писал ей письма, как писали когда-то, от руки, и отправлял на собственный адрес, потому что хотел убедиться, что письма действительно доходят. Из уважения к ее личной жизни он никогда не вскрывал эти письма, и они накапливались на тумбочке с ее стороны кровати. Его никогда не беспокоило, что она не отвечает, потому что он отлично знал, что его почерк совершенно невозможно разобрать. Они жили хорошо, насколько в наши дни можно жить хорошо. Но в один зимний день он искренне и наивно не ожидал такого. Его девушка его бросила. Он обыскал весь дом в поисках объяснительного письма, которое она наверняка ему оставила. Все впустую. «Она не взяла с собой ни единого письма из тех, которые я ей писал», — сказал он в отчаянии под конец. И открыл все окна в квартире и дал дождю, нет ничего реальнее дождя, войти. Это был микрорассказ Алекса Эпштейна «Человек, впустивший дождь».